Всем привет! Вы на канале Vita Channel. У нас сегодня вот такие замечательные три пластиковых яйца. Маша и медведь. Внутри у нас должна быть игрушка и карамельки. Давай откроем, посмотрим. Так. Открываем первое яйцо. Держи. Что у нас там? Показывай. Нам Маша попалась. Класс. Давай откроем. Посмотрим. И конфетки Вита уже нашла. Сейчас посмотрим, что у нас там за конфетки. Ух ты, какая коллекция. Боже, смотрите, вон волк. Маша, медведь, свинка, три Маши. Боже, очень классная коллекция. И нам вот такая вот Маша попалась в зеленом платьичке. Очень классная. Вот такая. Держи Машу. Также у нас попалась наклеечка Маша. Вот такая. И вот такие вот конфетки. Давай одну откроем. Надо же попробовать. Держи. И у нас еще остается вкусные, да? Остается два яйца. Давай второе открывать. Так, с первого раза и сразу Маша нам попалась. Вообще круто. Ну что, будешь ты открывать или я? Я? Вита передала эстафету. А Вита занята поеданием конфет. Вот у нас вот такие же конфетки попались. Ух ты, Маша наклейка в зимнем костюме. Держи. И так, барабанная дробь. Какая у нас игрушка попалась. Давайте мы сразу откроем. Сразу вам покажу без пакетика, что же у нас за игрушка. Брам! Маша! В желтом таком наряде. Наша Маша любимая. Держи. Классно. Две Маши теперь у нас. Две подружки. Ну что, открываем последнее яйцо? Мама тоже открывает. Мама открывает, а Вита дегустирует конфеты. У нас Вита самый главный по конфетам. Конфеты дегустирует только она всегда. Так, последнее яйцо. И у нас здесь, давайте смотреть. Ой, вот такая обиженная Маша попалась. Такие губки сомкнула. Конфетки, конечно же. И фигурка. Да, такая обиженная, Вита показывает. Обиженная Маша. Губки вот так вот сделала. Покажи, как Маша губки сделала. Вот так. И какая у нас еще фигурка? Брам-брам! Повторка нам попалась. Но зато Маша. Маша в зеленом платье с косыночкой. Вот. Три подруги. Очень классные игрушки. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Vita Channel. Всем пока! Пока!